Зайка. Нет, скажи хорошо в камеру, помаши ручкой. А ну еще разок. Ты на канале Кристинка. Привет, вы на канале Кристинка. Кристинка. Привет. Вы на канале Кристинка, да? Котеночек, маши ручкой. Скажи привет, друзья. Привет, друзья. Угу. Что мы с тобой делаем? Катаемся. На карусельке, да? Если будем медленно, тогда не упадешь. Но все равно нужно очень аккуратно сидеть. Упадешь так, зайка. Кристиночка, вот так делать нельзя. Отдашь мне воздушечку? Моя сладкая. Что хочешь? Зайка, а маме помахать? Помаши, мамочка, привет. Я тебе сейчас найду. Какую, зайка? Мама. Да, зайка. Говори. Мама. Ау. Мама. Чего? Мама. Ну чего? Мама. Да. Я умею так. Как? Я вот так? Умею листиков сорвать? Каких? Маленьких или больших? Маленьких? Ну давай мама отнесет стаканчик до папы. А ты меня подождешь? Видишь? Да, я сейчас сорву, зайка. Сядь, пожалуйста. Я сейчас дам. Отнеси папе, маму на стаканчик. Отнеси, пожалуйста. Спасибо, моя хорошая. Отнеси. Там сахарок был, зайка. Можешь попробовать. Там страшного ничего нет. Вкусненько? А хочешь, мама тебе компотик туда нальет? Давай. Давай, зайка. Пошли. Вот колясочка. Папа, налей нам компотик в стаканчик. Такой необычный стаканчик. Мы хотим компотик. Тихо, сейчас упадет. Глоточка два. Нам надо понемножку, да, зайка? Мы будем пить. Компотик. Как вкусненько. Нет, это компот домашний. Просто поставь, пожалуйста. Ну что, зайка, попила? Выпьешь и пустой стаканчик папе отдашь, да? Хорошо? Бусинка. Оп, мама тебе веточку сорвала. Ой, ты какая хорошенькая, села на карусельку. Пойдешь пить компотик. Вкусно? А расскажи маме, какого вкуса компотик? Какой у него вкус? Земляничного. Земляничного? Угу. Тик-тик-тик. Привет, я листик. Я тебя съесть хочу. Дайте немножко мне попить. Мама шутит. Шучу. Так вкусный компотик. Кто додолит компот? Кто додолит компот? Дайте мне. Папа, ты в поисках тенечка? Папа, не проходи мимо. Ребенок еще компотика просит. Компотика. Нравится? Да. Девушка, у вас заказ. Как ваш заказ? Вкусный? Да. Да? А вы папе денежку не дали? А надо на чай оставить. Аккуратно компотик разливается. Ой, папа. Сердце мамы чуть не стало. Тихо-тихо, она пьет компотик, Тараш. Стой, стой. Вот так. Ой. Ой, папа, что ж тебе перевешивается? Зайка, кукусь, красотка, дай мне тем, дай воздушечку, дашь? Ой, папа, он хочет душа.
что он хочет делать, Жек? Ой-ой-ой, листик хочет что-то? А ну-ка, дай проверю. Дай проверю. Мама, покатай нас чуть-чуть. Подходи, хочет. Мама. Нет, дай попить. Отходи. Дай мне. А давай насобираем полный стаканчик листиков. Давай. Собираем. Нет, будешь компотик пить, это будет 2 стаканчика. Ой, ты где пропала? Ты такая шустрая. Ну, ты папу покатаешь, может? Или будешь вместе с папой кататься? А, ты будешь семечки собирать туда. Ну, давай. Папа аккуратненько катает, да? Со мной больше не будешь кататься? Ничего страшного, папа, катайся. Вспоминай детство. Папа, ты ноги качаешь? Покажи, много насобирала уже? Уже полный стаканчик? Еще нет, еще чуть-чуть. Катаемся? Ну, давай. Ну все, я поехал. Не надо. И ждать. Я буду. И куда ты пошла? Ты кашу варишь? Это что, коктейль новый? Какой коктейль классный. Или это торт? Это на что похоже? Это торт такой, со свечкой? У кого-то сегодня день рождения, что тортик со свечкой? Да. У кого? У Толи. У Толи? Ух ты, папа, с днем рождения тебя. Вот это да. Ну все, пап, в старости стакан с водой точно дадут. На качели уже катают. И я с вами. Ух ты! Ой, нет. Давай в обратную. В какую сторону? Ту? Нет. Я в другую? Как бы нас ребенок не заставил еще и подарок папе покупать. На вымешке на день рождения. Туда. Туда? А скажи, налево или направо? Налево. Налево. Да? Катай меня. Так куда, я ж не понял. Катай, пап, руководи. Это сильно, нет? Это сильно. Что, в другую? Да. Можешь. Ты сильная, ты явно пиздала. А эти потом завтра. Держишься? Держись! Держись! Держись!
будем? Давай с нами кататься.